Владимир Сапрыкин. Спич Валентины Хиониди. Читает автор. Я воздушным поцелуем обращусь к звезде. Кто не знает в Альфионе? Валю знают все. Это русская гречанка, женщина, поэт. Песни Вали Хиониди облетели свет и останутся навечно в наших душах грешных, вместе с верой и надеждой в списке дел неспешных, чтобы мы добро вершили просто так, без скорости и стремглав, бежа за счастьем, понижали скорости. Ограничил нашу жизнь, Боже, в бренном теле, но бессмертием пометил память в каждом деле. Эта метка груз души, но не бессердечно, потому что наша память, как и время, вечна. Пусть вновь вяжут узелки жизненные нити, чтоб достаток и здоровье был у Хиониди.